Идите, мид, я посаплю для прикола. Попробую посапить. Посмотрим, вдруг что-то получится. Ничего не получится. Так, ребятки, погнал, у нас третья катка. Let's go. Третью катку. Let's go, сыграем. Так, ну что, я обещал еще на одном герое сыграть. Еще на одном герое сыграть. Когда банишь, чтобы слот освободить навсегда? Нет, это только на данной лобби. Кто-то забанил из них. Ну, у них кто-то забанил инвокера. Мы давали инвокера в этой катке. Сами. Это вообще подарок на заднем плане. Это шампанское вот стоит. Это подарок на свадьбу. Ну, типа она будет стоять до посинения, наверное. Так, ну что, ребят. Некролайта я очень хотел. Некромит. Пойду. Ну, некром. Некром сыграем. По кайфу. Третья катка. GG. Со мод SF-ами может. СО, зачем? Со мод SF-ами не, зачем? Что за буквы у второй тимы? Софтеры там никнеймы. Ты шо? Спасибо, ребят, всем, кто на стриме. От души 700 человек. Не забывайте поставить лайк, кто не подписан, подписаться. Также не забывайте нагинга поддержать, ребят. Не хейтом, а добрым словом. Мы делаем четкое комьюнити. Какой ник? Я не знаю, какой ник. Нагник сам забанил, чтобы не кринжевать. Не знаю, но типа... Ну я бы и сам на инвокере сыграл бы с удовольствием. Но они не дадут. Они не дадут. Ребята пикают по пику, не знаю, что будет. СФ. Центральную линию СФ пойдет. Ну, постоим с СФом, посмотрим. Будет весело, наверное. Третья катка, ребятки, напоминаю. Третья катка. GG. GG. Ты говоришь, что пикаем сильных героев. Не знаю, у меня план сегодня был на зете сыграть. Первую катку на ком я сыграл? На ДК. Но ДК не овер сильный, но в мете. Тоже. Зет сильный, да. Но они могли выиграть эту игру. Они хорошо там давали. Хорошо давали. Хорошо играли. А так, по мете. Ну, я хз, честно. Хз. Так, хорошо. Погнали. Центральный пароход, центральный проход, центральная линия в нашем распоряжении, ребятки. Давайте сыграем через догон. Shadow Priest. Ну, он на сапа прыгнул. Кстати, вот надо будет на рипера садить. Да, через догон сыграем. Через догон сыграем. Догон гейминг надо будет делать. Хорошо. Какой регламент по времени? D2 успеем. Сегодня суббота. Честно, я сегодня что-то как-то не... Ну и сегодня будем до победного D1 играть, бро. Я что-то последнее время D2 сейчас не играю, потому что очень тяжело по 8 часов стримить. Я просто не вывожу. Да на некре много ума не надо. Тут стрелы. О, только не стрелы. Стрелы — это мой контроль. Посмотрим, как пойдет с СФом. Если СФ хороший, СФ меня перекрипит. Буду стоять третий левел, а у СФа пятый. Что у них с пиком? Норм, ДД нету. ДД, СФ. Тут лазер чистый. Ну, типа, как начинает? Скинтавр прыгает, залетает ару, возможно, под хил какой-то, под подпиливание. И СФ рекваймом накрывает. Но у нас агрессия ранняя, мне кажется, тут они до 15 минуты, если ничего не сделают, это ГГ. Нет, рипер засейвится. А трипера засейвит на кресте. Хорош, идем в центральный проход. Ребята там внизу душнило лютое. А пятером, да, бегают, никого не заберут.
Здорово. ЦМ-ку задушили таким. Кто там идет? Я не дам здесь пройти тебе. Ты в центральный проход пошел, да? Анга съешь? А, съел уже. На, брат. Go top, это на победку, брат, чтоб ты выиграл. Эти стики возьмем. И тэпы. Тэпы и стики. Хорош. Стики неотъемлемый инструмент против центральной на эсэфе. Не добиваю, а подготовил ему, подогрел просто. Но тут придется дазлу. Ну, дазлу контрить в любом случае надо, ты что? Приветствуйте. Работаем, конечно, ты что? Как можно не работать-то, ё-моё? Я там обсерв. Захилим немного, пацана. Ох, какой кайл. Дядя. Ну, по крипстату очень плохо у меня. Кто там ЦМ-ку, кстати, забрал? Я не знаю, у них ники похожие. ЦМ-ку кто-то забрал. У него был буст у него по дэмэджу ранний или нет? Промах. Ранний дэмэдж буст был у него, интересно. Отлично пойдет. Садист получается. А СФ тяжело сейчас перекрепить будет. Очень тяжело. Промах такой. Злостный пердун. Тоже стик взял, да? А как крепимся? Надо сапог. Сапог. О, сапог стопы принесем, отлично. Отлично. Хорошо. Это фри криполи. Ребята, пожалуйста, отмодерируйте чатик. Спасибо большое. Модераторы. Промах в упор. Ты серьезно, дядя? Ну. Йоу, очень много дэмэджа там сейчас. С руки не пробить, конечно. Это шаду финт. Нормально. Справимся. Денис, дорогой, у нас не приветствуются такие высказывания. Это может спровоцировать некоторые конфликты с разных сторон. Поэтому рекомендую просто наслаждаться игрой и не спамить такими высказываниями. Спасибо. Меня подгангивает, да? А как ты против СФ с душами будешь ласхитить? Объясни мне. Если бы я играл на СФ, я бы... Некро бы вообще Клайна не подпускал. Там СФ не, еще не максимально опытный. Можно выразиться так. Потому что он мог вообще меня тупо не подпускать. Понимаешь? Вообще может не подпускать. Держать на дальнем койле и все. Это же СФ.
Ой, хорош! Ну вот, кура еще полетела. Прикинь, ну у меня кто-то куру еще юзнул. Если бы кура у меня была, я бы выживал и забирал двоих 100%, потому что это резист лютый. Вот СМ-ки, видимо, важнее было. Спасибо, парни. Ладно. Хорош. Ару, как обычно, в жопу. Ну, я видел, что это кто-то был. Но тут СМ-ка стоит. Типа, я думал, ну, СМ-ка стоит. Ладно. Это плохо. Это очень плохо. Я, типа, сейчас мог преимущество своего не до ласт-хита против СФ-а максимально люто восстановить. Но кому-то было важнее там шмоточки нести. Пойдет. Привет, нормально. Отлично. Kill the Reaper. То есть, конечно, такой себе момент. СФ сейчас апнется. Сапоги, ботлы. Фу! Позор. Позорный момент максимально. Ну что, уже ничего сделать не могу. Дабл дамага, отлично. Уже ничего сделать не могу. Я ничего сделать не могу, сорямба. Сорямба ТВ. Ух, нифига себе ты даешь, дядя. Сорямба ТВ. Сары Амба ТВ. Давайте стакнем. Стакнем. Стацкуете. О, так тут есть еще, да? Вкусняшки. Филд Рипер. Хорош. Гангуете. Ну такое. Через лес придется камбэчить. Мия Бостон, СМ-ка игнорирует ганг. Игнорирует, смока возьми, убьем. Не хочет. Ладно, тогда фармим. Камбэкнем, ничего страшного. СМ-ка игнорит. Тогда фармим. Я тут лост хита на миду не возьму уже. Можно было перевернуть на этом ганге, когда Ару в жопу поймал. А сейчас пока сассируем, массируем, парни. Так что, мид тут слиты. Мид тут слит. Никого на карте нету, да? Пойдет. Пойдет. Какой счет был прошлый? 2-0 идем. Мид плохой. Мид слитый, парни. Сразу говорю. Но ничего страшного. Справимся, думаю. Справимся. Год, подстакаем. В принципе, крипстат у меня не сильно плохой. Артефакты ранние есть. Артефакты ранние есть, и это хорошо. Пока что ковыряемся. Ковыряемся. У него нюки очень сильно бьют. Так, кентавр идет на гангайте, да? Пойдет. Жалко, что, как говорится, не на этот, не на Рипер. Гоу, еще под стак. В прошлый раз 3-0 у нас было. Да, я думаю, в этот раз тоже так же будет. Начало ни о чем не говорит. У нас герои такие, что лайнинги у нас выиграны, в принципе, мид слит только. У нас ЦМ-ка, не знаю, не хочет взять смок. Вот, ну, просто я бы лично, если бы видел эту ситуацию, я бы взял бы просто смок и пошел бы помочь мидеру. Не знаю, но как-то он выбирает под фарм леса.
Это неправильно, я так считаю. Вот кто, ребята, будет смотреть видосик, смотрите правильно, как двигаться на саппорте. То есть нужно было просто цемочки один смог и побежало. Все. СФ колба, типа там, у него хп нету. А сейчас уже тяжелее будет убивать. Сейчас у него там уже 800 хп, стики, все есть. Уже тяжелее будет. Так, 41 крип в миду, это плохо, парни. Но у нас есть немного леса. В принципе, сейчас дагерочек. И погнали, как говорится. И погнали. Хорош, ну шальная ару. Дело момента. И, в принципе, все решено, как говорится. Так, хорошо, подфармливаем. Что там СФ? СФ потом. Ну, в принципе, по левелу мы одинаковые. По левелу, девяточки, девяточки, парни, девяточки. Я себе подстакиваю. Пользуюсь возможностью стороны синтов. За этого застакал. Выбегаю, застакал, выбегаю. И так работаю. Так, работаем. Печально, что не добил, конечно. О, СФ пошел фидить. А там против Урса ничего не сделать. Давайте задувочкой тут подфармим. Задуваем. Толкаем лайн и на стаке. Хорошо. Все, сейчас до герочка, ребятам, начнем помогать. Пока колотим. А, на Миране Зандар, что ли? Я думал, на Зандар на СФ играю все это время. Начнем помогать. Пока колотим. Ой, хорош. Нифига там видели? Добрый снап. Нормально. Жесть, тут народу собралось. Ну-ка все. Отдыхать. Ща как ману начну восстанавливать, еще скелетиков если поднимет. Оу, ля, пошло. Смотри, смотрите на хп. Трут, чисто таки. Под хил пошел. Хорошо, 11 имеем. Можно пойти кому-нибудь рипера сунуть. Сейчас так и сделаем. Погнали, сходим. Без догерочка. Без догерочка, но сделаем. Рипера не стало кидать, там он второй хайскилл зачем-то кинул. Типа, если бы я дал рипер, то что бы поменялось? Я бы, типа, не задамажил. Я бы не задамажил. Хорошо, она забрал. Так, есть кнопки, в принципе. Спасибо, Денис, большое за понимание. Спасибо. Ну, где тут вард стоит? Ну вот, крест, да. Вот это то, о чем я говорил. Поэтому до зла надо нападать. А тут дайв, дайвить надо. Дайвим. Давай. Сейчас меня остановят, конечно же. А те живучие, а? Сука, почти. Жалко. СФ нужен, брат. Пропусти. Грязная игра. Уже есть просто. Я ухожу. Вам спасибо, да не за что. Приветствую. Не знаю, ни одного рипера дать не могу.
Совпадение? Не думаю. Там хоста. Хоста. У меня кдшка. Не будет кдшки, сделаем. Опять-таки ни одного рипера точно не дам. Да, губы? Отойдем. Отойдем. Да, зло надо фокус. Но это догон надо, соло таргетить его просто и все. Если соло таргет будет, хорошо. Так я ни один рипер не дам. Ни один, к сожалению. Зубыс. Зубыс. Хорошо застрял. Чилим, пацаны. Чилим. 12-й, найс. Лайн толкнем, но это догон. Я догон буду делать, ребят. Не варик. Надо фокусить просто и все. Надо пастовый дэмэдж. Пастовый дэмэдж никак нельзя законтрить против креста. То есть там нужно успеть накинуть крест, либо фулл хп кидать, либо кидать как-то очень рано. Поэтому смысл такой. Надо очень быстро нажимать. Что за... Я испужался, если честно. Здорово. Это что-то как-то... У меня такой испуг... Был только что. Сердечный срис тут произошел, как говорится. Хорош. Пойдет. Некор фокусник. Счет ты взял, что фокусник? 300. Конечно, верю. Конечно, ты шо? Так, там ребята дерутся. Ага, мунлайты. Мунлайты. Ух, нифига себе, он там дайвит. Но есть, летит догон. Сейчас будем работать, начинать. У нас ребята там душат. Я пока вообще АФК бегаю. Йо. Хорош. Куры юзнули. Зачем второй качать вместо первого? Не нужно это дело. Не знаю, у нас ребята тут все сделали. Но в левеле я не прогадал. В левеле не прогадал. За мной уже выехали. Хотел вар сломать, а там за мной выехали. Помогите по-братски. Бля, сразу удают. А, там догон уже. Бегает. Захейчено. Ну сорян, немного поменялись планы. Просто ты крест кидаешь. Опа. О, хорош. Я похилю. Го. Дальше. Ну, это уже все тут пойдет сейчас. Буст.
Сноуболович. Че нам твой лан предлагал, так и не понял я. Это минус. Это минус. Эй-то рано, мне руки поднимает, ультануть хочет. Да, крест. Отойдем. Лирищ. И все. Да, слишком много дэмжа. А, надо было ко мне подойти, я похилил бы, не видел. Ничего не лагает по стриму, ты чё, дядя? Ничего не лагает. Ча камбэкнут, блин. Надо отойти. Так, это мой Даганрис. Почему Феникс не пробивает крутилку Джаггера? Ну, потому что он не бьет. Нет условия, что чистый урон лазера пробивает рейджи и БКБшки. Это нет такого условия. А не, выиграем, брат. Главное, не сдавайся. Играем. Ой, бля, за этим приколом чувствую, жопа горит жестко прям. У меня? Не, клянусь, вообще не горит. Вообще, да, клянусь, просто, не горит. Пиздец, чувствую. Отвечаю, не горит, похуй вообще на игру. Пойдет. Аккуратненько сейчас подпушим. Будем уходить. Хорош. Пойдет, Роша есть. С Краснодара привет, здорово. Что дает Лат? Латен сдает. Лат, задержку. Сервера и твоего пинга. Меняет. Меняет на минимальный отклик или фризы. Или наоборот. Отклик становится большой и убирается фриз. Хорош. Сэвдаггер. А мне главное, реген есть, я тут не умираю никак. Если реген есть, я без без Б тут выживаю 100%. Без Б. Мунлайты. Кто туда? Если захотим, не выиграем. Это жестко, не? Да. Да ладно. Это легенда. Сейчас секрет нахуй отсюда, бля, еще баш вышел. Бать, профессионал на Богдане. Good luck.
Хорош. Как дела, Женя? Почти один год не был на стриме. Приветствую. Как выбрать лучший лад? ФЗ. Сейчас он тебе даст первую и догон, ты умираешь. Смотри, смотри. Прыжок, готовь, прыжок, прыжок. А баш нормально вылетел, не? Уля, ебать, хороший уль. Стан, брат Богдан. О, все, я тоже дагер сделал, можно выиграть. Ля-ля-ля. Фу, лошара, вот это слабый, а. Убили. Проверяй. Ну, похилю чуть, брат. Так туман войны четко сработал, что не задушил. Ладно, пойдет. Занаглели. Занаглели нормально. GG. Ну что, ребят, это была третья игра у нас. Ну, в принципе, по грязи сыграли. Максимально. Максимально. Next, если пойдет, я вам шанса не дам, пишет. Хорош. Хорош. На этом катки, как говорится, закончены. Ну, получается, мы опять одержали победу. Что ли? Причем так же, в принципе, как и в прошлый раз. Хотя ребята там готовились, душили. Но получилось у нас немного посильнее. Так что, ребятки, такой получился контент. Не забывайте поддерживать. Ребята. Не забывайте поддерживать и Нагинга, и меня в целом. Блин, я забываю постоянно. Забываю. Next я тоже пас тогда. Но 3-0, мы уже, в принципе, тут все. Тут уже нечего делать. Это GG. Тут уже без шансов. 3-0 это GG. Да, я варды ставил, брат. Хорош, лучший, давайте загасим этого Ксена. Да, детка, да, у нас, сука. Хорошо, блядь. Сука, и то не убили, блядь, его. Поможи бабушке. Бабушке, помоги, помоги. Так, это есть. Хорош. Сейчас отрегенимся. Или нет? Мне главное забрать кого-нибудь, но я тут умираю 100%. Слишком много дэмэджа будет. О, выжил на лоу хп. Блин, этот отхил в ультимейте. Это жесть. Ну как же засейвил? GG. Это жестко. Как я выжил тут, я не понимаю. Приветствую. Я немного не понимаю, как мы сейчас там что раскидывать будем. Это Алибек, кто это на этом? На Арахле. Алибек. А, да, ебать, злой. Ты чё, блядь, малыш, бля? Молодой, бля, ты чё, блядь? Это тоже в таверну, бля, охуеть, дети, бля. Эй, бля, сюда отсюда заебал, бля. Стой, Сев, делай вещи. Этому пацану объяснить за то, что фонтан мне этот не получается ничего делать у него под фонтаном. А у меня эффекта нет. Выиграли. Еще одну. Хватит. Я тоже так думаю. Контору. Задушено. Джи, прям под колодцем это жестко, конечно. Короче, мы такие извращенцы. Так что, ребятки, не забывайте подписываться на каналы. На мой канал, на Нагинга. Поддержка.
добрым комментариям, не хейтом, самое главное для нашего комьюнити. Сегодня мы одержали победу, как оно знает, ну как будет, да, типа, next time, может они победят, соберутся ребята, задушат, там уже посмотрим по ходу дела. Так что, вот такие катки, парни, получились. GG. Ну, по бо 5 выиграли, получается. Так что все, пацаны. GG. Мы за 35 лата проиграли, отвечаю. Я тоже так. Кен мощнил. GG, ребят.